Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем на Родина РП, Центральный округ. У них здесь Кирилл Подбулови. Не забывайте выдать моник при регистрации. Если выдать моник и прокачать третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также не забывайте выдать мой промокод. Его нужно вводить на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Как вы поняли, сегодня у нас будет новая серия. В этой серии хочу поработать разводчиком продуктов, потому что на этой работе я еще ни разу не был. Поэтому сегодня мы все это посмотрим, проверим. Также большое спасибо вам за активность на прошлом видео, там где я познакомился с девушкой. Реально, вы красавчики, набрали там 120 лайков и 800 просмотров. Реально, большое вам спасибо. Кстати, я до сих пор общаюсь с этой девушкой, ее зовут Саша Александра, и она хочет записать со мной видео. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, если хотите, чтобы я записал с ней видео. И также пишите в комментариях, что мне можно с ней записать, потому что у меня пока что идей особо нету, но вы можете мне в этом помочь. Все, желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Все, пацаны, я устроился на данную работу. Работа доступна с 4 уровня, то есть можно сказать, то, что эта работа реально для новичка. Так, аренда стоит 1000 рублей, согласен. Так, все, у нас сняли деньги, давайте заводим двигатель. Вот у нас есть разные бизнесы, магазин одежды, закусочный там и так далее. И теперь нам нужно поехать где-то взять продукты. Короче, пацаны, я взял заказ, получается 24/7 находится у нас в Арзамасе. Но я до сих пор не понял, где мне нужно продукты брать. То есть я взял заказ, мне написала: бизнес купает продукты с фермы и загрузочной станции. Ферма я знаю где, а вот загрузочная станция я еще в GPS не нашел. Я решил приехать сначала на ферму, сейчас посмотрим, где здесь можно загрузиться вообще товарами. Ну реально, где здесь продукты закупать? Вы серьезно, типа? Могли бы мне какую-то метку поставить? Ну вот, склад фермы. Для загрузки посигнальте. Ага, вот, продукты 4000. Ну давайте 4000 купим продуктов. Я не знаю, сколько нам вообще нужно. Но я, короче, потратил на это 80 тысяч, пацаны. Я купил 4000 продуктов и потратил на это 80 тысяч. Итак, я уже почти подъехал, тут словил пару штрафов, потому что я хочу побыстрее, как бы, посмотреть, сколько мы уже заработаем. Я потратил реально на продукты 80 тысяч, понимаете, 80 тысяч, и мне хотя бы должны заплатить, ну, 1150 за все. Так, бизнес закупает 100 тысяч единиц товаров, нихуя себе. Так, я заработал сколько? Сколько, блядь, 40 тысяч только заработал, че ходите? Я потратил, получается, на продукты 80 тысяч, а мне вернули всего лишь 40 тысяч. На самом деле список очень большой. Я, блин, я думал, типа, 100 тысяч, это сколько нам заплатят. Но я не посмотрел цену за продукт один. Ибо здесь у них суммы, смотрите, какие просто. По 5 миллионов. У него 41 миллион на бизнесе лежит. Ебать, ебать просто. Короче, вообще тупой, пришлось обратиться к админам, потому что я не нашел эту продуктовую станцию, блядь. Но админы писали то, что в GPS важное. Продуктовая станция, где ты? Алло, прием, блядь. Я нихуя не нашел просто, вообще. Я уже весь GPS облазил. Где-то, сука, продуктовая, нахуй, станция. Я не понимаю просто, где, блядь. Ее в GPS, сука, нету, блядь. И мне админ ответил: важное. Тут даже важно нету, здесь важные места просто. А важное здесь нету, блядь. По работе смотрю, тоже нихуя нету, блядь. Ну пиздец, как мне работать, понимаете? Я не знаю. Итак, пацаны, в итоге меня крашило, я считаю, что эта работа вообще не прибыльная, потому что я поработал, я заработал просто ничего. Я просто ушел в минус из-за того, что я потратил 80 тысяч на продукты, потом приехал в бизнес, выгрузил продукты, и мне дали всего лишь 45 тысяч. То есть я ушел в минус на 35 тысяч. И вообще, пацаны, как берутся продукты на ферме? Продукты берутся от людей, которые здесь работают. Видите, там пацанчики работают, и чем больше они будут работать, тем, конечно же, больше здесь будет продуктов. Поэтому я считаю, что работа абсолютно неприбыльная, потому что ты зависишь просто от людей, которые работают на ферме. Это на самом деле печально. Тем более, есть бизнесы, в которые нужно привезти 5 тысяч продуктов, 10 тысяч продуктов, 15 тысяч продуктов. И реально, это просто жесть. Склад именно продуктов я не нашел вообще в GPS. Я полностью пересмотрел весь GPS, и там такого нету. Я просто не знаю, где это найти. А прикиньте, будет работать новичок, и он не сможет вообще понять, что ему делать. Реально, новичок, если здесь будет работать, он вообще не поймет, что ему нужно здесь делать. И нужно будет вкладывать очень большие бабки. Просто тебе нужно сначала вложить свои деньги, чтобы заработать хоть что-то. Да, вы скажете, типа, вот ты взял бизнес, в котором платят за один продукт 11 рублей. Типа, это не прибыльно. Надо было брать там, где платят 21 рубль. Даже если бы я взял 21 рубль, я бы особо в плюс не ушел. Потому что мне бы просто вернули мои же деньги, которые я потратил на продукты. Поэтому, пацаны, я считаю, что эта работа вообще не прибыльная. Лучше идите работайте на автобусы. На автобусах за час можно заработать спокойно 140 тысяч, а может даже больше. В итоге, короче, пацаны, работа реально дно. Я вам не советую здесь работать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.